Здравствуйте. На GunsReview.com краткий обзор и стрелковый тест пневматической винтовки Nitro Venom производства фирмы Crossman. Данная винтовка относится к ряду газопружинно-поршневых пневматических винтовок с газовой пружиной. Калибр винтовки 4,5 мм. Тип боеприпаса — свинцовые пули. Зарядность однозарядная. Система взведения и перезарядки — классическое переламывание ствола. Общая длина винтовки 1 метр 140 сантиметров. Вес 3 килограмма 450 грамм. Ствол винтовки стальной, нарезной. Прицельное приспособление отсутствует, но в комплект поставки идет оптический прицел, который крепится на планку вивера. Ложе и приклад винтовки изготовлены из древесины с гравировкой. Плечевой упор выполнен из резины. Стрелковый тест измерения скорости полета пули проведем с использованием трех разных пуль. Первое — пули производства H&N Sport весом 0,36 грамма. Далее используем пули производства RWC весом 0,45 грамма. И третьи в нашем тесте будут пули также производства H&N Sport весом 0,57 грамма. Итак, стрелковый тест. Расстояние от дульного среза до хронографа 1 метр. В целях экономии вашего внимания мы проведем съемку отстрела из винтовки одними пулями, но на вашем экране вы увидите показания хронографа при отстреле пуль трех разных весов. Результаты измерения скорости полета пули сейчас на вашем экране. По ощущениям личным, хочу сказать, что стрелять из этой винтовки приятно. Благодаря газовой пружине отдача у нее чувствуется, но она не такая сильная, какая присутствует в других моделях. Справедливости ради нужно сказать, что измерение точности стрельбы не проводилось, потому как необходима дистанция хотя бы 20-50 метров. Но по ощущениям точность должна быть достаточно неплохая. Прицельное приспособление, то есть оптический прицел, конечно же, нужно регулировать после покупки. Если вы найдете в своем бюджете эквивалент 280 американских долларов и сможете купить эту винтовку, то, я думаю, она будет радовать вас своей точностью и скоростью стрельбы.